находится под руководством Хаджи Мурада Ибрагимова. Синим бегом борется Эйхбал, Монголия, Улан-Батор, спортивный клуб Алтай, тренер Зорик Маннара. Эйхбал призер первенства Монголии. Обновленные сетки, ну, сейчас я его пресс-центр спрошу, будут они или нет. Если и нас отсюда удалили, вы можете заходить в пресс-центр, он в 2.90 находится, Поехали. Где зал хореографии, там судьи совещания проходят, у них все брать вполне. А туда как ходить надо? Я вам покажу сейчас. Может, посюда, да, покуда? Ну, просто вы ходите туда и... Сейчас мы с вами увидимся. Арет надо было свою жилетку сюда привезти. У них хорошие жилетки, которые не хотели. Здесь они синие бывают. Да, вот цвет зеленый. У меня зеленый такой хороший такой. Они не синтетика. Синий сказал. Да они сказали, вы спецы написали. Вот это место. Давай!
вечером будете уходить, можете где-нибудь здесь сложить на телескопические трибуны, вот на эти. Или туда в зону СМИ сложить, да, и все. Да, вы в зону СМИ сложите их все, вы потом завтра можете там будете забрать. Победу одержал Алан Курзоев, Россия. На ковре вы победил Лев Пронумов, Россия. На ковре все приглашается весовой категории до 70 килограммов. Саян Бузуру, Россия. Ален Буян Пацайхан, Монголия. На ковре мы вступают в борьбу наши девушки. Спортсменки весовой категории до 50 килограммов. Экзу Бахбата, Монголия, Алина Сагамангова, Россия. 50 килограммов. Экзу Бахбата, Монголия, Алина Сагамангова. I request on the mat B. Минута осталась. Работай, работай сам. Куда синий? Куда синий? Куда будешь красный? Куда синий? Куда красный? Судим, хоть. На ковре победу одержал Тушин Булгар Думин Берин.